Итак, сегодня у меня в гостях моя подруга Татьяна, которая пожелала остаться неизвестной. Значит, мы будем готовить модельный перекус, потому что у нас сегодня съемочный день впереди. Мы снова в павильоне Игоря Толмачева. И мы засечем время, когда мы снова захотим есть после этого. Вообще, я, можно сказать, завтракала только бананом и мандаринкой. И стаканчиком воды. Я, кстати, худею. Не знаю, ну как у меня получается, кстати, худеть? Получается. Да? Да. У меня получается. Я была больше 90 килограммов, а сейчас... Ну, об этом потом. Итак. Сколько нужно стакан, наверное, стакан воды? Значит, мы льем сок, это примерно вот столечко. Хорошая просто одна ложка. Такая. Нормальная, хорошая. Типа да. Значит, вот. У нас мы используем не очень хорошие вещи, но поскольку мы с Татьяной поклонники Павла Воли, мы взяли вот такие хрустишки, или как там их называют. Сухарики могут быть вообще любые. Ну, вы смотрите, что там, конечно, было поменьше всякой гадости. Я вот эти сухарики не делала. Ну, ничего, нормально. Засыпаюсь. В общем, да, мимо стакана, короче, вот так вот не будем выпендриваться. Нет. Сыр можно вообще, и сыр можно просто вприкус. Ну, вот, вприкус, да? Можно даже не перемешивать. А, ты размешала мне? В принципе, можно даже не перемешивать. Выглядит намного более красиво. Ты солила? Или нет, не солила? Я не солила, просто посолить. Ну, в павильоне, как бы, мы не на кухне, поэтому соль тут такая, знаете, какая есть. Она не сыпется, ну ладно. В принципе, для худеющих людей соль не нужна. Насыпаем на горло нашему желанию съесть что-нибудь соленое. И поехали. За удачную съемку. И мы вот это съели, выпили вот весь часы. На часах мы отметили время, то напишу его. Ну и будем выяснять, через какой период времени мы захотели есть. Все. Вот, короче, я снимаюсь. Это студия. У нас уже ночь. Ну, давай. Сейчас я покажу. Вот. Ночь. Есть мы не хотим по-прежнему. Прошло часов 5.